Смотрите, какую красавицу сегодня увидела у себя в саду. Первый раз вижу такую бабочку. Но это не бабочка, это павлиний глазка малая. Посмотрела в интернете и хотела вам показать. Посмотрите, какие красивые. Она целый день провисела у меня вот на этой веточке. Подходила к ней и вот так трогала ее. Она даже не просыпается, висит тихонечко. Нравится ей. Трогаю ее за крылышки, и она совершенно не реагирует. Хотя вот обычные бабочки, они обычно взлетают сразу. А это ночная. Посмотрите, какая красивая. Первый раз я увидела ее у себя в саду. Распушила крылышки. Не боится. Наверное, в полусонном состоянии. Посмотрите, какая красивая прелесть. Такая вся мягенькая. И так держится крепко лапками за стволик. Я там посмотрела, прям обняла его. И спит, почивает. Ну, а ночью, наверное, будет летать. Очень красивая, необычная. Первый раз такую вижу у себя в саду. Не реагирует совершенно. Вот такая красотка сегодня у меня спала на моем кипарисовнике. Крылышками немножко трепещет, реагирует чуть-чуть, но в основном, видимо, спит. Летом что только не увидишь у себя в саду, очень красиво. Пальчиками трогаю и совершенно не реагирует почти. Вот такая красавица. Любовались ей целый день сегодня и дети, и взрослые. Красота. Сегодня сильный ветер, и она даже от этого совершенно не страдает, держится крепко. Пусть спит.